Куда нам идти дальше? Держись там, Элика! Назад! Ты в безопасности. Еще нет. Меня так легко не уйдешь. Мне не достать. Давай.
Фиорейто Росс. Шпиль мечтаний. Да? Надеюсь, я там не слишком замечтаюсь. Там красиво. Я играла там еще ребенком. Иногда даже сидела всю ночь. Ты уже тогда была такой серьезной? У меня хватало время только на мечты. Плодородная земля наверху. Мы поднимаемся по плите на следующий уровень. Там есть механизм, который отвезет нас дальше. Добро пожаловать, сирадные мечтания! Место, где открывается будущее. Приют любви. Бодонеши. Вот. Этот механизм перенесет нас на следующий этаж. Наложница продала Хриману свою душу, как все темные? Никто не знает, кем она была на самом деле. Она и сама, наверное, не знает. Ахриман дал ей власть над иллюзиями. Она могла стать кем угодно. Люди верили в то, что ей было выгодно. А ты можешь создавать иллюзии? Уж если наложница... Я не знаю. Моя сила растет и изменяется. Я не знаю, что смогу сделать. Может, просто утрачу ее? Не утратишь. Армуст, если ты слышишь, не допусти этого. Это жизнь. Такое нужно понаставить по всему королевству. И что у нас тут? Реальность? Или это лишь сны? Найди ее! Я подтянусь, как смогу! Поймай меня, если сможешь! Давай, найди меня, человечек. Теперь у меня к ней личный счет. Здесь? Теперь там. Хорошая попытка, но не то. Я свободна. Осторожнее, она все еще где-то здесь. О чем ты мечтаешь, человечек? Чего ты жаждешь? Какие мечты ты изобразишь на моем холсте? Если вы обе можете творить магию... Моя сила идет от Армузда. Ее от Ахримана. Ничего общего.
богатство, сладкие томные поцелуи, сила, власть. Закрой глаза, мой принц, мой король, окунемся в твои мечты вместе. Разделю твои стремления. Дор, она живет мечтой, человечек. Взгляни на ее страну, ее народ. Ничего не осталось, кроме снов о том, что было. Твой народ, Армуст вернется, город воссияет. Сны, одни лишь сны. Она спит днем, но проснется ночью. Арбастоны о вас. А тебе зачем сны, человечек? Отвернись от них, сделай свое будущее реальностью. Ищи следующую пластину! Ты знаешь о ней, человечек? Что ты вообще о ней знаешь? Вот так. Мечты и сны, только сны. Это отвезет нас наверх. Дай мне знать, если почувствуешь, что застрял. Дай знать. А сам ты не заметишь? Да, у нас как-то. Вот и мы. Наложница где-то рядом. Кажется, мы заблудились. Но зачем тебе уходить? Это невежливо. Ты же мой гость. Где она? Я просто жду своего принца.
останавливайся. Блокируй удары. Тебя в долгу. Yeah.
Я ее прикончу. Они идут. Давай, давай. Получится сделать такое со мной. Защиту. Yeah.
твой путь в никуда, мечта мертва. Я начинаю жалеть их, Римана. Просидеть в заточении 1000 лет с этой... А в твоих писаниях не сказано, как распознать иллюзии наложницы? Единственный способ развеять ее иллюзии – физический контакт. Но иногда это может не сработать. А что там она говорила о мертвых мечтах? Она права. Все эти мечты в прошлом. То есть ты сдаешься? Нет. Ахримана надо остановить. Но не ради прошлого. Тебе нельзя сдаваться. Как же ты сможешь оставаться красивой, если перепачкаешься во тьме, так и не одолев Ахримана? А я красивая? Ой, я тебя умоляю. Я еще не встречал ни одной красивой женщины, которая бы не знала об этом. А я еще не встречала мужчин, которые льстили бы просто так. Ты ужасно подозрительная. Нет, просто я вовсе не так наивна, как тебе кажется.